Всем привет, как себя Ведьмак, называющий Лесика, мультфильм для семейного просмотра, Холодное сердце 2. Я расскажу вам, почему стоит с семьей на него сходить. Я сам на него хочу сходить, даже деньги специально отложил. Премьера состоится 28 ноября в России, через 2 дня. И сказать, почему стоит сходить, он реально классический, годный. Я вам покажу триллер из этого мультика. Все. Приятного просмотра, уйдишь ты. Специальный триллер «Холодное сердце 2». Мультик реально годный. Я буду сидеть пока тихо. Это Эльза. Дисней представляет. Эльза. Прошлое начало таинственную игру. Узнай, что оно скрывает. Отправляйся на север, через зачарованные земли и в саму неизвестность. Но будь осторожна. Мы боялись, волшебный дар Эльзы слишком велик для этого мира. Теперь же я молюсь, чтобы его хватило. Клянусь, я буду оберегать ее. Холодное сердце 2. В кино 28 ноября, тут даже написано. Теперь я скажу вам сказать, почему стоит на него посходить. Этот мультфильм для семейного просмотра. Так же, конечно, можно и дому сходить. Я уже 100% пойду. Я уже сказал, куплю билет. Я завожу деньги. Мне нравится вот этот снеговик. О, Элев. Он капец угарный, ну какая лень. Они все прикольные. И Эльза, и сестра, я забыл просто как зовут. И из двоих я забыл как зовут. Сестра, я не знаю, мне нравится больше. Мне нравится Снеговик и Эльза. Ну, этот мультик очень прикольненький, классный. Кто не смотрел первую часть, перед премьерой обязательно посмотрите. Это годный мультик. Для семейного просмотра он 100% подходит. Да. Он гарный, он прикольный, он интересный. Он очень прикольный, а. Поэтому не буду тягать много времени тратить. Жо, сходите обязательно на этот мультик со своей семьей. Не важно, сколько вам лет. Да, это зависит от возраста, тесно. Или один. Обязательно посмотрите с кем-нибудь, с друзьями, а. С вами, как всегда, был ваш покорный слуга Ведьмак. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Всем пока!